В эту субботу, 18 ноября, в 16 часов в молодежном центре состоится тренинг «Ораторское искусство и мастерство общения». Для тех, кто хочет ярко, вдохновенно и убедительно передавать свои мысли, эмоции и идеи в любой ситуации для любой аудитории, тренер Леонид Юрков научит добиваться своих целей с помощью коммуникаций, быть более уверенным в сложных ситуациях взаимодействия, управлять своим состоянием и легко справляться с волнением и страхом. Его участником может быть любой желающий от 14 до 30 лет. В него будут включены такие занятия, как именно лекционная часть, мастер-класс, дебаты будут включены. Ну, пока вот все. Это будет такое более пробное занятие.